Всем здорова, дорогие друзья, дорогие зрители канала Валерки. Продолжаем проходить страшный ужастик под названием Black Rose. Вот, такой неожиданно страшный и неожиданно длинный такой ужастик. Вот, мы, короче, нашли, да, тут лабораторию. Да, мы тут в лаборатории полазили от прошлой серии. И теперь нам надо... Ну, короче, я не знаю, что надо. А, мы вышли, тут заржал какой-то ребенок, короче. И вот записка. Записка. Mark the spot. А, какая-то еще очередная головоломка. Вот, прошлую головоломку, да, я знаю. Я знаю, что прошлую головоломку я... Ну, схитрил, да. Да, подглядел, да. Да, можете меня ругать и обсирать, и... Может быть, моя совесть будет после этого чиста. Так, здесь у нас очередная головоломка. Смотрите. Это, я так полагаю, крестик. Это местонахождение ключа, да? Ключа. Вот. Только что это за место? Какие-то... может быть, какая-то библиотека, что ли? Возможно. Какие-то... Ладно, окей. Нужно найти похожее место. Так, погоди, а что у нас опять все стало рябью? Я что-то не понял. Я че? Вау! Вау, вау! What the fuck? Твою мать! Нежданно, неожиданно. Вообще просто... Твою мать. Он так близко. Он так близко. А может это... Успевать двери закрывать, я не знаю. Хватит. Хватит кричать. Это гроб. А, видели, да, гроб лежал. Сколько я буду от тебя бегать? Ну, в принципе, не насрать, я буду бегать вот так кругами, пока ты от меня не отстанешь. Может, дверь надо закрывать, я не знаю. Воу-воу, ни хрена он такой! Видал, да? Хитрожопый. Хитрожопый призрак. Фу. У меня ж... Чё за музычка? Оу, е. Камон, бэби. Да. Жги давай. Е. Что за мелодия? А, кстати, гроб пропал. Смотри, гроб пропал. Этот гроб, он, это, наверное, он с той комнаты. Музыка прекратилась? Я, короче, забыл, что я хотел сделать. Так, он пишет, мне нахер туда не надо больше. Опять музыка. Ладно. Окей, ищем, короче, место, да, с какими-то там, что, не знаю, колонны, наверное, либо какую-то библиотеку и... Не знаю, может... Вот здесь у нас пусто. Здесь пусто. Вот эта дверь, я не знаю, у нас еще не... Я не понимаю, что он здесь пишет. В этой двери, короче. Ну, здесь мы уже... А погоди. Погоди, погоди, погоди. Там три... Там было три, да, сбоку. Кстати, похоже, нет? Похоже комната, нет, да? Смотри, записка. Записуля. Оу, oh, е. Yeah. Просто. Саундтрек Алана Сильвестри. Да, это, короче, вот похоже, похоже. Это место. Так, а где у нас был ключ там? В каком-то, наверное, из стульев.
каком-то из стульев, наверное. О! Погоди. Ну да, вот он пишет здесь, типа, ключ. Да, взяли ключ. Что-то... Ин... В какой-то части дома... Миртлс... Чё-то не могу понять, это место... Глубоко... Диппер, это же глубокий, глубоко, да, андеграунд, это подземка, да, что-то так, если так дословно переводить. Что-то глубоко, глубоко под землей. Что-то, короче, глубоко под землей. Ладно. Я понял. Что ни черта не понял. Давай. Я не знаю. Глубоко под землей, значит, может в этот, в подвале опять? Давай-ка еще раз, смотри, еще записка. О! Прекратилась музыка. Эй! Оркестр! Оркестр! Я не говорил, чтобы вы прекращали играть. Мне нравилась эта музыка. Очень хорошая музыка. Парк или спарк? Мне нравится спарк. Мне тоже спар нравится. Ну там цены дорогие. Ладно. Forever. Что-то навсегда в темноте. Что-то свет здесь, да? Глаза. Твои глаза. Свет твоих глаз. Да, наверное. Мне нравится свет твоих глаз, что ли. И что-то навсегда в темноте. Понятно. Тихо. Кто-то ноет. Не ной. Не ной. Не ной. Хватит ныть. Да мужик или тряпка, хватит ныть. Прекратилось, да, смотри. Короче, мы взяли ключ. Ключ глубоко под землю. Наверное, он, смотри, здесь вот лестница, да? Чё-то. Не, он ноет. Он до сих пор ноет. Причем где-то... Где-то здесь, может, под... Здесь, да, подземка, наверное, здесь. Блин, опять к этой бабе улыбаке спускаемся. А, тихо. Слышь, давай, поной еще, поной. Я тебя сейчас найду. Не, где-то далеко. Здесь вот звук усиливается. Ау. Постучи три раза в стенку, и я хочу тебя услышать. Может, здесь какой-то рычаг? Может, где-то вход здесь? Погоди, вот здесь вот у нас пустая комната, может, здесь? В окно? Почему, да, вот не выпрыгнуть в окно? Блин, где-то здесь, короче. Ноет. Опять стихло. Вот к лестнице подходишь. Вот здесь к лестнице подходишь и... И он ноет. Прям вот прям вот здесь. Ничего не работает. А, завис. Часть.
Плесон, чё? А, потайной ход, нихера себе, под лестницей. Миасма. Какая-то миасма белоу. Миасма белоу. Turning back. Не вернуться назад? Или... Если спустимся, типа нам не вернуться назад? Ой-ё. Так, сохранка прошла. Хорошо. Это хорошо. Спустились в какое-то подземелье, короче. This is it. Now I know where Myrtle always went for privacy. Now I know where the handle on Michael's desk came from. Ставлю на паузу, Devin, на паузу, да. И так. Nonetheless, there's one last thing I can give you. Читаем сами. Окей. Вглубь. Все ниже, ниже. Вот черт дернул, да, куда-то вот залезть как-то дом. А какую хера-то она сюда пришла-то вообще? Наша главная героиня, да? Какого хрена она здесь сделает? Так, ладно. Ладно. О! Какой-то бункер. Бункер? Погоди, а здесь ничего не действует, дверь не работает. Ну, обычно вот за такими большими дверьми, короче, находится какая-то чертовщина. Просто вот что-нибудь не очень-то хорошее. Не зря же такие вот мощные двери стоят. Либо там золото, либо там жопа. Вот где вся мебель из дома. Вот где вся мебель из дома. В доме присесть негде, а не он. Чё там, музыка? Санта Лучия, Санта Лучия. Погоди. Блин, что это за место-то вообще? Какие-то генераторы или чё? Генераторы стоят какие-то или что это? Электрощитки такие огромные. Прям музыкальная серия. Мяу-мяу. Что-то там. Фига, золотой граммофон. Охереть. Что-то смотри, что-то лежит. Берется. What the fuck? Нет! Дверь захлопнула. Закрыто, твою мать. Заперли нас. Ну все. Криндец. Пришел. Пришел криндец. Смотри, эти штукенцы всякие. Вон, смотри, еще третья лежит. Вон еще. Золотой граммофон. Че музыка-то выключилась? С музыкой не так страшно. Так, решетка. Этчик. Что это? Вот оп. Какого хера? Что происходит? Что за глюки? О, аптечка. Какая нахрен аптечка? Листок. Аптечка. У меня уже все. На этом мои неполномочия все.
Так. Рычаг. Рычаг и... Тут какая-то... Это предохранители. Это пробки. Их нет. Вон они. Одна. Вот здесь вот вторая, да. Там он лежат. А они не берутся почему-то. Почему-то не берутся. Может, сначала надо почитать. Ой. Хэппен. Типа ничего не происходит, что ли? Ну окей. Ну окей. А дальше что? Ничего не происходит. Я понимаю, что ничего не происходит, потому что нету пробок. Да что с этой решеткой не так? И это не читается. О, погоди. Вот. А, о, смотри, я могу собирать. Могу собирать. Могу все собрать. Воу-воу-воу-воу, что-то нагнетает. Тихо-тихо-тихо, ты погоди. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй, чувак. А чё не открывается? Вот так. Чё? Твою мать! Беги-беги-беги-беги-беги, куда-нибудь, эй! Куда бежать? Куда? Сюда, нет! Там тупик. Что? Кишки? Кровь? Давай-давай-давай-давай-давай. Куда-нибудь. Где выход? Выход? Мне нужен выход. Лестница. Лестница наверх. Давай. Лезь, лезь, лезь. А чё, я же нажимал? Или надо просто вот эти стрелки нажимать? В смысле? Очуметь. Ладно. Очуметь. Ладно. Так, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Да я понял. Я понял тебя. Не надо мне тут повторять дважды. Ладно. Мы знаем, что делать. Теперь мы знаем, что делать. Надо, короче... Ой, господи, я чуть не обосрался. Ладно. Сейчас попробуем, короче, этими... Просто стрелочками обычными. Не... Нет, это не АД. А просто стрелочками. По лестнице. Подниматься. Просто я вот не понимаю суть, короче, вот, какого хрена она вообще сюда пришла, в этот дом? Не работает. Ясен красен. Окей. Погнали. Бэйби. Baby, my baby, 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 not mine, baby, I'm gonna die, baby, I'm gonna die, vagon отдай, vagon отдай, vagon отдай, vagon отдай. All system lockdown, disabled.
Ой, че, ты видал? Ты видал этого чувака? Что, блин? Ой, давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Не ссать трусы. Потом стирать придется. Давай, 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 давай. Лестница, лестница. Я правильно? Я правильно нажимаю? Да какого хера-то? Твою мать, а? Я правильно же нажимаю. Влево, вправо, вправо, влево. Да тут пипец, надо херачить просто по этим... По этим просто клавиатуре, по этой. Я сейчас вообще раздолбаю дохер. Давай, 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 ну, Скотт, шеф, давай. Ну, чувиха, давай. О, там кто-то нам руку подал. Беги, беги куда-нибудь. Мы выбрались. Все, все, фу, жестко, напряженно, напряженный конец, так, ну, смысл ясен, она, главный герой у нас выбрался, да, на улицу, только смысл, я не понял, какого хера она пришла вообще в этот дом, что вообще творилось здесь, я понял, что там, да, хозяйку, ну, типа, муж жену там закрыл в гробу. Я так полагаю, его тоже, что ли, кто-то закрыл в гробу. Ребенок там что-то не понял, что что с ребенком. Один раз у нас там под столом он появился. Его под стол, что ли, закрыли. Короче, было интересно, было напряженно. Вот. Скорые... 1827, короче, очков мы набрали. Вот. Ну, кому понравилась игра, пишем в комментариях свое мнение там туда-сюда. Короче, 4 растопыры, вы все это знаете. Вот. И ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Вот. С вами был Валерий. Всем пока.